Здрасте, люди. Где у нас тут? Куда смотреть? Вот сюда. Вот сюда смотреть. Салют, привет. Ксюха, ты будешь с нами общаться? Да, я сейчас. Здрасте, приеду. Люди. Это рядом у нас с Ешанькин фитнес есть такой ресторанчик, называется Бузер. Мы сюда часто заходим, потому что здесь вкусный бизнес-ланч, и он недорого и вкусно. Привет, Казахстан. Салам. Ужгород, здорово. Картинка очень веселая на фоне. Показать картинку? Здорово. Какие-то буханы там. Буханы на картинке. Здорово, Питер. На ужин было мясо. Много мяса. Много вкусного, полезного мяса. На вейке катал в Москве, был на выходных в Москве. И планируем, как это называется? Тагануй, Бахтаватуй. На каком-то озере здесь тоже есть вейк. И собираюсь в ближайшее время посетить данное мероприятие. Харьков, привет! У Ксюни дела нормально, она сегодня тоже в перископе была. Мы что-то пососкучились по вам. КМС сдавать буду по осени. Сижу с женой. Голубу изобразить не могу, а то заблокируют меня за мат. Сжаться, подраться. Не успел. Лицемер. Голубый лицемер. Сколько лет? 38. Сколько лет не виделись. Передавай привет Хрюням. Хрюни, привет. Давно не было меня. Меня не было давно, потому что я работаю. Я теперь работаю. Устроился? Нет, работаю еще. В Тюмени зовут на семинар. Вот сегодня только звонили. На семинар зовут где-нибудь или в конце августа, или в начале сентября поеду. За волосами как ухаживают? Никак. Магнезии мажу. На тренировке, правда, знаете, убираю. Пес у нас бегает. Пес бегает, я с ним гоняю на скейте. Он меня вот так держит, я за ним катаюсь. Ешанькин фитнес процветает, у нас много красивых пекиняшек. Привет. Привет. На Шварценеггера похож, говорю. Все, да. Я сейчас это. У меня сердечный приз. На Шварценеггера. Да, похож. Когда спит. Тут был вопрос, что у нас дома. Из изображения. Да, что у нас дома в Москве. Ребята, у нас никогда не было своего дома. Кто у нас есть квартира, тренеры хочет податься, приходите на собеседование ко мне. Я с 10 утра до 5 вечера, а еще бываю попозже. Ждем тайские каникулы. 3 мы тоже. На тренировку нужно идти, иди. Благословляю. Лобня. Лобня. Лобня это моя. Лобнинские пацаны, серьезно. Лобня, как раз у нас там олимпийская сбар. На молодого Арнольда похож. Арнольд уже закончил в моем возрасте. Оксана, привет. Привет. У нас олимпийская сборная была. У нас же большая квартира с подвалом. У нас дом с подвалом, а тренировки в зале теперь все. Батя вообще отлично. Пицуха 40 сантиметров. Пицуха в штанге не главное, говорят, мешает на грудь брать, поэтому мы от нее избавляемся. Тема семинаров в Тюмени, сейчас думаем, это или для тренеров, или для Men's Physique, или, в общем-то, для здоровья, счастья и радости. Жена красивая у меня, да? Жена у меня красивая, говорят. Спасибо. Она еще может. На пятом десятке я еще могу. Белгород, привет. Эстония, здорово. Там писали, что хотят к нам тренером в наш зал. Ну, приезжайте, приходите. Да, я здесь. Мы здесь. Мы здесь. Я чаще. Я дольше. Бадюка, Кокляева на тайские каникулы 3. Главное, чтобы Миша ничего не повредился. Мы про Москву спрашивает. Да, мы арендовали дом. Хочу такую же жену. Приходи. Ждем. В своем новом зале. Хочу такую же жену, говорит, приходи. Как у Клокова с Бицухой держит штангу. Ну, Клоков здоровый. Клоков вообще уникальный, да? Да, на Фурманово мы находимся. Не проходка, на 2 раза делал. Гавайцы, привет. Нижневартовск, здорово. Привет. Ксюха, тебе прям солнышко. Привет. Покажи атмосферу. Шпака будете брать? Шпака не брал. А ну, у нас тут уединенный такой уголочек. Здесь диван, это мой офис. Я тут сплю. Я тут.
изнанку, здесь сегодня кухня. Кухня ТВ, я повторяли. Смотрю, что здесь можно вкусное приготовить. Можно прийти, я на месте. Приходите, пожалуйста. С Ловчевым ситуация сложная. Ловчев. Какой у Ксюши перископ? А какой у меня перископ? Оксана Шанькина я. А я не знаю. Пиво не люблю. Батя в спорте, батя. Покажу вам. Скоро видео буду снимать. Вы знаменитые? Мы знаменитые в Екатеринбурге. Семья мечта. Привет из Казани. Казань. Привет. И сам здесь. У Ксюньки есть сестренка. Возьму замуж. Ребята, она старше меня. У нее двое детей и старший сын, который похож на Миронова внешне, тоже с нами приехал в Екатеринбург и сейчас работает. Работает в клубе Караганда. Здорово, Караганда. Рахмат. Проездом можно заскочить. Екатеринбург, Фурманова, 117. Да. Welcome. Нишанькин. Я вас не знаю, кто вы. Погуглите. Нишанькин. Екате прикольно. Ксюхе не очень, а мне нравится. Я семинары в Сургуте или Хмау, не знаю. Армения, здрасте. Здрасте, здрасте. В Астрахань на рыбалку. Ребят, давайте мы откроем клуб. Да мы потом поели, будем путешествовать. Бади нравится на новом месте, да? Бади, да, любит здесь, да, ему нравится. Трансляцию сохраним, поставим в группе ВКонтакте и Шанькин Фитнес. У Малого Сарева по батуту были в Нижнем Новгороде, занял первое место. Да. А Юрка поехал у нас на сборы по тяжелой атлетике привет, в Казань. Привет, Алматы, здорово. У Миши нормально все, только что ушел, был здесь. Что делать, если надорваны органы? Отдыхать. Подожди, какие Чечня, органы? Привет. Органы? Не органы. Знаю, может там перестарался. С дуру-то можно и сломать органы. Спасибо за все и вам спасибо. Ксюша, вы почаще перестарались. Устанавливаюсь, я вот и плачу. Аллергии у меня еще никогда не было. Впервые за 40 лет у меня аллергия. Какая-то непонятная. На Екатеринбург, наверное. Да, смешно. Это у меня этот WhatsApp появился. Тяжелоатлет отличный. Ну, спасибо. Из Италии. Тяжелоатлет, ребята, как у вас там в Италии? Тепло, тяжелоатлет, наверное, это бывает. Гордо звучит. Вчера тягу делал. Позавчера 150 делал тягу. Думаю, что можно что-нибудь поднять. Мужик мою жену по имени Ксюша. Ксюша. Ксюша для друзей. Так, Оксана. Я не люблю, Ксения. Когда меня называют Оксаной. Я люблю мы, Ксюша. Мы симпатяги. Мы спасибо. Престарелые симпатяги еще. Мы еще те. Еще можем. По всякому. Димон, детям кто дает воспитание? Жена, конечно. У нас жена дает воспитание. Я даю по ушам, а она воспитание. Я как раз ему сегодня говорю, как попасть в Шанькин Тим? У нас, ребят, есть секция бодибилдинга и пляжного бодибилдинга. И это стоит 15 000 рублей в год. Не как у некоторых в месяц, ребята, а в год. За эти, вот честно могу сказать, за эти 15 000 вы получаете огромный пакет. Помимо того, что вы приходите в зал, тренируетесь и сами, вы еще можете приходить в тренировки вместе с Димой Шанькиным, да? И с Корнюхиным, с Лизой. С Дмитрием Корнюхиным, с Лизой Мукминовой, это для девушек, да, кому важно это. Плюс это входит, мы также расписываем вам программу тренировок, мне программу кажется, снизу питания. Мы полнее выглядим, нет? Ну, так посимпатичнее, если сверху смотреть. Какая разница, как мы выглядим? Мы... Сколько от груди жмешь? Знаешь, так знает. Я еще не... 130. Ну ладно, у меня, кстати, в Москве 10-го семинар, кстати, приходите. В Москве 10-го, зебра Кожуховская. Бассейна нет у нас, ребята, бассейна и не будет. Нет, у нас есть программа тренировок от Лишанькина. Подарок. От Тбилиси. Я вот веду, хочется, я буду вести тренировки. Хочется. Так что Тбилиси, приходите, те, кто захочет приобрести хорошую фигуру. Я не говорю о том, что там выступать на сцене, да, а просто для себя быть здоровыми, красивыми, приобрести хорошую фигуру и обращайтесь ко мне, я буду тренировать в этом зале. Приходите. Как дрыщам набрать вес, еда не помогает. Дека! Сколько может быть, она вам поможет. Может, тебе спрашивают? Я уже сказал, что 30, а ты спрашиваешь, сколько жмешь опять? Да. Ты сколько жмешь? Она меня жмет. Я то хотел сказать. Через день. Чего вы не занимаетесь сексом? Причем регулярно. Как у нас с этим все в порядке. Давайте я на сцене хочу выступать. Как бросить курить?
Как бросить курить? На открытии колокол позовите. Мам, по части видео выкладывать. Позовем, он уже, кстати, готов приехать к нам. Обещал. Я начну видео выкладывать. А если Клок пообещал, то обязательно сделает, потому что он мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Димка приедет обязательно. Сын занимается батутом, младший, а старший занимается штангой. Поехал на сборы. Тут основной из Украины хочет приехать уже. Да, пожалуйста. Приезжайте, ребят, мы всегда рады всем. Мужик тормоз. Видите? Спортсменка. Мужик тормоз, это 100%. Спортсменка. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Первая чемпионка России. Что у нас с Зариповым произошло? Зарипов пишет. Игорёк, Зарипов привет! Что у вас, а я так что Игорю написала в Фейсбуке, что он молодец, да, что он вернулся в спорт. Да. Опять, да, ну он молодец, он отдохнул. Видно Федоточкин, по нему, Федоточкин, что он отдохнул. Пис тебе. Здорово. Из Сургут к вам хочу. Кстати, недалеко, по-моему. Йобург, привет из Тюмени. Здорово, Тюмень. Тюмень недалеко, кстати. Мы Евро победим. Это кто, украинцы? Евро победим? Ну, не знаю. Когда открыть? Скоро. Нифига себе, Ежанькин. Нифига себе. Да. Как попасть в команду из Москвы? Приезжайте привет, на дорогие. Семинар, там договоримся. На каких сборах? У Колесникова, у олимпийского чемпиона в Елабуге. Дима, кого тренируешь? Кого тренирую сейчас? Ребята, тренируют сейчас многих. И самое главное, пацанов тренирую. Сегодня проводим... один пришел, ты видел? Да. Сегодня мальчик пришел, 15 лет. Я все-таки говорю. Такой! Давай. Проводим бесплатные тренировки. В Екатеринбурге каждое воскресенье в 12:00 это Зеленая роща, среда в 19:00 это Комсомол, в четверг в 19:00 это Сила воли, да, или? Четверг Сила воли, среда да. Комсомол, пятница пляж Сандали, суббота пляж Огонь, воскресенье Зеленая роща. И все эти тренировки бесплатные, приходите. Как накачать пресс за 3 дня? Качайте все 3 дня. Все 3 дня пресс. Да. Будет накачанный пресс. Ну вот папа, например, я говорю, просыпается ночью, сделал 500 раз и опять уснул. Это не этот, другой наш, Димин папа. И у него всегда пресс в хорошей форме. Ребят, бывает, что лень наказывает. Как боретесь? Как с ленью бороться? Я ленюсь. У меня был вчера такой день. Я проснулась, какое-то паспортное, все ужасное. Привет. И я ленилась дома. В Екатеринбурге дело, домашние дела. Мужик тормоз. Ты про себя? Надо по очереди. Димон по чесноку, анаболики употреблял? Конечно, употреблял, потому что я 30 лет занимаюсь, неужели я не попробовал? Все попробовал. А я никогда не принимала, я не знаю, что это такое. Одно не хочу дело позвать Ригерта, другое дело выложить это в канале, позитива будет куча. Обязательно сделаем. Завтра встречаюсь с Федей Серковым, будем общаться и, возможно, снимем какую-нибудь кроссфит-тренировку. Привет, Беслан! Подтвердим тебе привет. Привет. Я что пью? Фитерекс. Пью Фитерекс. А я, кстати, выставила пост, что действительно я Юрку собирала, и баночки вы видели какие там, очень хорошие для связочек есть. Привет, девушка. Привет. Как будто меня нет рядом. Ну, с тобой здороваться. Вот, для связочек посмотрите, действительно, у кого есть проблемы с хрящами и со связками, с суставами, так что попейте. Мне вот стало легче, лучше, и вот нашему сынулю мы также дали с собой, потому что поднимает тяжелые веса. Как ты думаешь, он будет наш штангист? Ну, полтинник затолкал, он уже штангист будет. Он штангист, он еще в области у тебя, между прочим. Ну, таким сильным спортсменом. Два помоста. Спасибо за приятные слова, ребят. Спасибо большое. Штанги Гейнфастер Клоковские. Травмы есть, но так себе. Это кому? Вопрос кому? Как успеть все? Ко мне, я боюсь сказать вам список. Начать в Москву когда-нибудь вернемся. Да, Москва, я люблю тебя. Оксана, тебя в интернете мало, зато ее дома много. Я в хорошем смысле. Какой препарат для связок? Хондроитин, глюкозамин, коллаген. Хорошая компания, один из... Какой-то препарат. Парни, у вас не успел прочитать, повторите последнее сообщение, пожалуйста. Друзья, очень важно. Повторите, плиз. Смотри, там куда-то. Сердца, смотри, розовые, зеленые, голубые. Одесса, родина твоего папы, да? Одесса. Да. Одесса. Не, папа мне родился в Владивостоке. В Одессе хорошо, мы там бывали, нам там нравится, мы там много были. Моих добрый вечер. Хорошо ли мне в Екатеринбурге? Ребят, наверное, хорошо.